И всем привет, с вами Ростиксон. Сейчас покажу, почему нужно делать Blast. Почему это стоит очень дешево, сколько на этом я заработаю, сколько вы можете заработать и разными способами. Давайте просто разберемся. Да, 269 голды у меня на балансе в Blast'е. Сколько стоит примерно одна голда? Примерно 5 долларов. Миллион поинтов стоит примерно 40 долларов сейчас на премаркете. Но сколько это будет? Неизвестно. Теперь идем дальше. Смотрим лидерборд. Да, там по поинтам я на 30-тысячном месте. По голде на каком месте? Я на 12-тысячном месте. А всего людей, у кого больше, чем одна голда, 160 тысяч. То есть, смотрите. Я, мое предположение, что Blast, то есть просто видите, там у кого-то много голды, да, они им раздадут, но, скорее всего, они сделают какой-то порог. Допустим, от одной голды у кого есть, они получат какую-то базовую награду. То есть почему Blast нужно делать? Blast 26 июня раздаст всем деньги, airdrop, они уже об этом объявили. И наши поинты, голда, конвертируются в поинты Blast. Поэтому ссылка на Blast будет в описании. И что же делать? Смотрите, парадигма, да? То есть, ну, все крутышки в них инвестировали. Теперь что нам нужно сделать? Легко и просто. Нам нужно... Смотрите, можешь сделать вот один аккаунт, main. Там сделать вот, как я сейчас скажу. И сделать еще намного аккаунтов. Такие, скажем так, нищие активности. Сейчас расскажу. Смотрите, мы берем и бриджим, сколько эфиров нам не жалко. То есть, сколько у нас есть свободных. Чем больше, тем лучше. За это нам дают поинты. Окей, получили поинты. Дальше. Еще вот есть такая вероятность, что дадут дроп, еще могут дать за мультипликаторы. То есть не просто тем, кто забриджил, а еще мультипликаторы получил. То есть они получаются быстро и буквально практически бесплатно там. Торгануть на спот дексе, на перп дексе. Вот это вот все активируем. Смотрим. Теперь вот смотрим на наше мэнни. Добавляем сюда какие-то монетки, которые у нас есть на Blast'е Gold Jackpot. Приглашаем друзей, но самое главное. Смотрите, голда. Раздают голду. То есть, допустим, Blast'ер вот раздает 500 тысяч голды. Мы смотрим, что нам лучше всего подойдет под фарм голды. Я скажу так, самое простое, самое лучшее, это District One. Смотрите, вот, прежде чем приходить к следующему, давайте... Объясню полностью с поинтами. У нас есть первая гипотеза, что просто раздадут всем, кто бриджанул эфир. Не важно сколько. Ну, чем важно? Ну, допустим, самое простое, что не важно сколько. А там, или от 0,1 эфира. То есть мы берем, допустим, ну, сколько у нас? Один мейн, там, 2-3 мейна. И, допустим, 50 аков, где мы просто по 5 баксов бриджим Blast. На антифома. Вдруг всем, кто забриджил, раздадут нам по 500 долларов, условно, да? Это мы сделали. Как забриджить? Ссылка будет в описании. Тут без ссылки не зарегистрироваться в Blast'е. Ссылка будет в описании видео. Вы регистрируетесь, бриджите эфир. Идем дальше. То есть, смотрите, первая гипотеза — просто дофига набриджить. Прям, ну, сколько, да, сможете. Идем дальше. Теперь мы заходим и смотрим, как нам нафармить голду. Потому что вот у меня 269 голды — это как 29 миллионов поинтов. Идем дальше, да? Выбираем тут, где можно пофармить голду, вы тут сами разберетесь. Но я вам скажу, в чем я разобрался и что я лично делаю. District One, на него тоже ссылка будет в описании, смотрите. Это стоит 15 долларов буквально, но мы за это лутаем одну голду. Ну, одну, может, больше голды через месяц. Неизвестно сколько, ну, рассчитываем на одну, да, окей? И... Мы тут участвуем вообще в простейших... Просто нажимаем кнопку ралли через 30 минут, нажимаем кнопку ралли, потом через 15 минут клеймлю. Все. За это нам дают какие-то баллы. Самое главное, что в конце сезона нам дают сколько-то голды. И теперь вторая теория. То, что раздадут за голду. Допустим, у кого больше, чем одна голду, раздадут базовый ревард. А напоминаю, что у кого больше, чем одна голда, всего лишь 160 тысяч человек, да? То есть я вообще в топ 12 тысяч с таким небольшим количеством голды. Теперь давайте оценим, сколько я примерно заработаю. Можем, давайте прямо сейчас зайдем на Whale Market. Зачем нам? Whale Markets, вот. И посмотрим, почем сейчас
оцениваются наши поинты бласта. Вообще, вот вся вот эта тема. А где? Можно не Wales Pro, наверное? Ну, сейчас посмотрим. Напишите, кстати, в комментариях, будете ли вы делать. Вот, Blast. Один поинт, смотрим, сколько. Цену, да? Вообще, не шарю. Тут какой-то... без пробы мне есть L-Market, просто без про. Как не в про зайти? Но условно, когда последний раз я смотрел, $40, да? Стоили, соответственно, $5 стоит одна голда. То есть 269 умножаем на 5. С математикой чего-то некоторые проблемы возникают. Нереально. Вы угораете. Не, проснулся сегодня в 7 утра. Ну, это где-то $1250, да? Потом мы закидываем еще 3 миллиона, это $40. То есть, где-то $1500 я заработаю только с одного аккаунта. Но я скажу честно, у меня не один аккаунт, у меня есть еще вот такой аккаунт, да? У меня есть еще всякие там ректы, бомжи. То есть, вы на всю ферму идеально, смотрите, как делаем. То есть, допустим, у нас есть условно ферма. Тут дофига ректов, бомжей. Мы смотрим, у нас, допустим, есть 5 мейнов, да, в нашей ферме. Мы туда закидываем по $100 в эфире, да? Делаем там максимально какие-то бриджи, какие-то еще на спотах торгуем, на $1 что-то закупаем. То есть, это мейны, да? У нас остается еще, допустим, 50 атаков бомжей. Вот бомжи, и мы туда чисто по $5 закидываем через бридж. Все, как-то так. Какие-то у вас вопросы можете задавать в комментариях. Как-то так. Я сейчас на отдыхе нахожусь. Ну что-то камеру бы мне купить получше. Но пока, знаете, работаем с тем, что имеем. Может, нужно ярко настроить? Ладно, ладно, все. Всем пока, всем спасибо. Блин, зачем я начал трогать и все ухудшилось?